Сегодня сотни абаканцев рискнут окунуться в ледяную воду. Крещенские купания давно стали традицией, а власти придали массовому моржеванию официальный статус. Стоит отметить, что по православным канонам окунаться в воду можно только завтра, после обеда, когда священнослужители проведут крестный ход. Тем не менее, власти уже готовы к массовым заплывам. В этом году в Абакане только одно официально разрешенное место для крещенских купаний. Это незамерзающая дрена в районе речвокзала. На месте народного купания развернут целый спасательный комплекс. Сегодня с 10 часов вечера на берегу будут дежурить сотрудники ГИБДД, полицейские и спасатели. Особо замерзшие купальщики смогут погреться специально пригнанной машине МЧС. По оценкам управления ГОИЧС Абакана, в крещенских купаниях примут участие более 1000 человек. За их безопасностью будут следить вплоть до 3 часов ночи.